Посмотрите на эту редкую пленку, снятую в 1912 году. Его называли бесстрашным батыром, говорят, что его сила была невероятной. На этих кадрах Мунайтпасов готовится к своей схватке. К сожалению, полного видеоматериала нам не удалось найти. Но то, что после выступления казахский батыр стал чемпионом мира по французской борьбе, это факт. Вы олицетворяете силу нашего народа. Немногие знают, что родом батыр из Утарарского района Южно-Казахстанской области. Недалеко от села Актобе стоит музей Хаджмукану. Здесь, по словам историков, он прожил 2 года и переехал в тогда еще Акмолинскую область. Спустя время на месте, где стоял небольшой дом, решили возвести музей. Дом на отшибе привлекает внимание не только местных жителей. По словам сотрудников музея, сюда приезжают туристы из разных стран мира. Он здесь жил 2 года со дня рождения, потом переехал в Акмалу. Здесь не только его вещи, но еще и жители села приносят экспонаты. Но точно одно, седло вот это его. А сам музей у нас не охраняется ночью. Он на балансе школы, а мест сторожам нет. Вот и решился сам следить за домиком. Ведь это наша история, как ее не беречь? И в самом ауле Актобе в местной школе есть большой музей Хаджмукана, где хранится даже одежда казахского батыра и личные вещи. Батыр Хаджмукан стал героем не только казахского народа. Во время Великой Отечественной войны Хаджмукан своими выступлениями собирал средства на помощь армии и подарил фронту самолет. За что в 44-м Сталин поблагодарил Мунайтпасова в личной телеграмме. Передаю привет Хаджмукану Мунайтпасову и выражаю слова благодарности Красной Армии за заботу воздушных сил армии Советского Союза. Ваша просьба о передаче средств будет исполнена. В музей великого батыра может попасть каждый желающий абсолютно бесплатно. А тем, кто решит оказать какую-то помощь в реконструкции музея, местные жители будут только рады. Ведь это история не только батыра, но и всего казахского народа. Шудин Саидов, Галымжан Ерназаров, Константин Гавшев. Информационная служба телекомпании «Утрар».